Так, камера работает. Ну что же, всем привет, с вами Грейт. И сегодня у нас будет информативное видео на тему, куда я пропадал все эти 12 дней. Давайте начинать. Ребята, сразу говорю, со мной все хорошо, я не умер, я жив. Ну, я, естественно, выпускал посты на карте сообщества, вы помните, да? Вот. Некоторые знают, некоторые не знают, но теперь у меня новое расписание на канале, ролики в субботу и в воскресенье. Да и с этим видео, как его, извержение вулкана, у меня возникли некоторые технические проблемы. Я не знал, как сделать нормально лаву. Сам макет вулкана у меня уже был, осталось его реализовать было. Ну и тем не менее, я его более-менее реализовал. И послезавтра он выйдет, это уже точно. И да, хотел бы сказать, что у меня скоро каникулы, естественно, на каникулах много свободного времени, а это значит, что теперь на каникулах ролики будут выходить довольно-таки часто. Теперь поговорим о сериале «Перевал Дятлова». Когда же выйдет третья серия? Вот когда? Я пока над этим не думал, потому что сейчас у меня много идей для мини-фильмов. Третью серию, конечно, мог бы впихнуть в ряды этих мини-фильмов, но не знаю. Вот, как вы знаете, после извержения вулкана я выпущу фильмы «Наводнение». То есть я, помните, выпускал пост, вы там проголосовали за извержение вулкана, но некоторая доля людей проголосовала и за «Наводнение». Ну а теперь самый главный вопрос, куда я пропадал все эти 12 дней? Ответ простой, я просто отдыхал и готовил сценарий к моим будущим видео. Ну а на этом все, всем пока!